Я обычно по-простому сварю 8 литров гречки, разложу по емкостям. Мы тащим на вокзал одновременно и еду, и вещи, которые раздаем. Там же им очень тяжело на вокзале этим людям. Какое-то им тепло нужно всегда, поддержка. Если есть огонь, если человек чувствует, что он готов, у него есть какая-то возможность, какие-то силы что-то делать, то он должен немедленно узнать, может быть, в его районе какие-то действуют добровольческие организации.